Вирусный гепатит может закончиться спонтанным выздоровлением, а может привести к острой печеночной недостаточности. Обнаружив его у себя, человек впадает в панику. На самом деле выход есть. Доктор ответит на все ваши вопросы. 16 марта в студии главный инфекционист региона Елена Стрибкова. Программа «Звоните доктору». 16 марта в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».